Иисусом Христом. Самое главное для свидетеля была горячая молитва, которая согревала и утешала его, и наполняла сердце его неизреченной радостью. Ни при каких обстоятельствах свидетель Афанасий не терял веры в Бога. Давайте помолимся, похвалим Бога. Чувства просто переполняют. Ну, вот. Очень сердечное какое-то вот тепло от этой службы останется, наверное, надолго. Thank you.
Сегодня мы приехали сюда вместе с прихожанами на автобусе. Многие из них не знали о том, что есть такое святое. Сегодня они, я думаю, оценили ту силу и ту значимость, которую он имеет для церкви сегодня. Стоя на службу, видел многих других знакомых из московской епархии, которые тоже приехали, каждый из своего прихода, из разных благочиний, для того, чтобы здесь собраться вокруг этого святого в день его памяти. Живущий в небе.